Пум-пум-пум. Здравствуйте. Так, первый есть. Всем здравствуйте. Меня слышно? Напишите, пожалуйста. Давайте проверимся, пока люди подсоединяются. Здравствуйте, здравствуйте. 16:00 по Москве. Меня зовут Влада. Это, наверное, самое важное, что единственное, точнее, что нужно знать сегодня и сейчас. Ждусь, не дождусь. Сейчас начнем. Слышно, отлично, видно, слышно, прекрасно. Сейчас буквально со звуком все четко, отлично. Давайте буквально подождем еще пару минуточек. На самом деле, пока расскажу, объясню, если есть кто-то из моих личных подписчиков. Ребят, сейчас я буду проводить онлайн-урок для детской студии «Актер». Мы будем разбирать один из танцевальных челленджей. Ну, для начала, естественно, мы проведем разминочку, немножко растяжечку, и потом подробненько разберем танцевальную связочку буквально из трех восьмерок, и то не полных. Она не сложная, но динамичная, энергичная и поднимет настроение. И вообще, что такое TikTok? Это отличная платформа, в которой есть весь функционал, который нужен для записи интересных видео, в том числе танцевальных. То есть не нужны никакие дополнительные программы для монтажа, не нужно дополнительно... Все есть в ТикТоке. Есть музыка, есть эффекты, все там быстренько делаешь, это все сам ТикТок лепит и выдает вам отличный видеоролик, где можно будет найти эфир позже. Я его сохраню просто. И далее я сделаю, во-первых, запись экрана для тех, кто не умеет пользоваться ТикТоком. Все очень просто, то есть, ну, пошаговую инструкцию, как нужно будет заснять ролик, который мы сегодня с вами разучим. Так, 12 человек нас. Еще раз повторюсь, меня зовут Влада. Всех рада видеть, точнее видеть хотя бы ваши имена. Я думаю, что буквально еще ждем... О, я сейчас одену часы, чтобы следить за временем. Буквально подождем еще парочку минут. И начнем. Еще раз, план таков у нас. Мы разминаемся, поэтому ставьте свои телефоны, планшеты, компьютеры удобненько подальше от себя, не держите их в руках, не нужно танцевать с телефоном в руках. Встаньте так, чтобы вокруг вас было какое-то пространство ваше личное, чтобы вы могли немножко помахать руками и ногами. Никаких акробатических элементов не будет, так что... Слишком много места вам не нужно. Вот, собственно говоря, повторюсь, мы с вами разомнемся, немножко потянемся и далее подробно разберем восьмерки танцевального челленджа. Естественно, я вам покажу, немножко поверну экран и на телевизоре вам покажу, что это, что за видео конкретно мы будем разбирать. В ТикТоке их безумное количество, как, собственно говоря, и в Инстаграме, и в остальных на всех платформах. И они выходят постоянно, это очень украшает наши будни, и плюсом еще является классной платформой для обучения, и причем ненавязчивого. Так, нас 13 человек. Я думаю, что в принципе можно начинать разминочку, все остальные подключатся. И я думаю, то, что быстренько войдут в процесс. Так.
Ребят, прям встаем, свободно. Слышно хорошо, музыку слышно? Всем привет, привет. Разминки повторяем за мной, как хотите. Хотите зеркально, хотите в ту же сторону, в которую делаю я. Все очень просто, начинаем мы с головы. Поехали, голова вперед-назад, 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 вперед-назад. Стороны. Как можно ниже к плечикам. Крестиком вперед. Сторона. Назад. Сторона. Вперед. Сторона. Назад. Сторона. Быстрей. Раз, два. И по кругу, как яблочко катится по блюдечку. В другую сторону, вперед, сторона, назад, сторона, вперед, сторона. Назад, быстрее. Раз, два, три. И по кругу. Мы идем по плоскости. Голова вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Быстрее. Еще быстрее. Стороны. Немного Индии. Стороны. Сторону. Быстрее. Также крестиком вперед, сторона, назад, сторона. Вперед, сторона, назад, сторона. Вперед, сторона, назад, сторона. Стараемся прям не подбородком, а именно голову смещать. Сторона, назад, сторона. Вперед, сторона, назад, сторона. И теперь соединяем эти точки по кругу. В другую сторону. Вперед, сторона, назад, сторона. По кругу. Отлично. Переходим к плечикам. Плечики вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Еще. Быстрее. Чуть-чуть меняем. Диагональ. Ровно. Диагональ. Ровно. Диагональ. Ровно. Диагональ. Ровно. Старайтесь делать четкие, фиксированные движения.
ровно, диагональ, ровно, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Плечики вверх, старайтесь поднимать как можно выше, ближе к ушкам, а вниз сильно-сильно вытягивая шею, вверх-вниз, 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 вверх. Вниз. Вверх. Теперь акцент вниз, 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 быстрее. Как будто скидываем с себя что-то. Работают только плечики, шея может сейчас немножко забиваться. Не страшно, старайтесь. 5, 6, 7, меняем плоскость. 3, 4. Поворачиваясь немножко, присаживайтесь, как вы уже видите. Теперь плечики идут по кругу вперед. Только плечики. Назад. Еще. Еще немножко плечиками по одному. Вверх, вверх, вниз, вниз. Вверх, вверх, вниз, быстрее. Вверх, вверх, вниз, вниз. Вверх, вверх, вниз, вниз. Вверх, вверх, вниз, вниз. Вверх, вверх, еще. Стряхнули ручки, немножко одну ручку назад, вперед. Другую. Свободная ручка. Вперед. Согнули ручки в локоточках, руки должны быть параллельно полу, и изнутри мы крутим круг, крутим, крутим. Старайтесь чувствовать каждую часть тела своего. Полностью тело должно быть достаточно свободно, твердо стоять на ногах, но тем не менее зажимов никаких в теле не должно быть. В данный момент работают руки. И у вас напряжены только вот эти части до локтей. Здесь у нас все расслаблено для того, чтобы можно было резче крутить. Изнутри крутим. Быстрее, 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 быстрее. Крутим, крутим, крутим. В другую сторону. Вовнутрь круга. К себе. Крутим, 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 крутим. Ручки немножко забиваются, ничего страшного. Терпим, крутим, 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 крутим. Возвращаемся к кругу изнутри и делаем по одной ручке. Поочередно. Вовнутрь то же самое. Крутим, 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 крутим. И сбросили. Встряхнули. Ручки вытянули вперед. Кисти крутим. Взяли в кулачки, крутим. И из круга. По кругу. Вовнутрь.
хватаем. Пальчиками хватаем, 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 хватаем. Хватаем, 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 хватаем. Кто кого перехватает. Забиваются все ручки, и это правильно. Хватаем, 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 хватаем. Еще хватаем, 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 быстрее, 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 быстрее. И скинули. Дальше после плечи рук у нас идет диафрагма. Мы ее вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед. Позиция у нас чуть-чуть присогнутые ножки. Немножко пружиним. Вперед, назад. Вперед, назад, быстрее. Раз, два, три, четыре. Чуть-чуть меняем ракурс, диагональ. Назад, диагональ, диагональ, стороны. Еще. У нас бедра стоят на месте, нижняя часть не двигается, только вверх. Плечики у нас не меняют плоскость, мы все в горизонте, только смещается верхняя часть лучше. Диафрагма. Чтобы у всех получалось. Теперь делаем крестик. Вперед, сторона, назад, сторона. Вперед, сторона, назад, сторона. Вперед, сторона, назад, сторона. Вперед, сторона, назад, побыстрее. Вперед, вперед, сторона, назад. Соединяем эти точечки и делаем круг. В другую сторону. Вперед, сторона, назад, сторона. Быстрей. Отлично, теперь у нас идут наклончики как раз таки верхней части. Вперед, назад, вперед, назад. Раскачивайте себя смелее. Ножки стоят уверенно, шире, чем ширина плеч. Теперь в стороны. В сторону с закруткой. Наклоняемся в сторону, поворачиваемся к ножке, возвращаемся в сторону, поднимаемся. Сторона. Повернулись, развернулись, поднялись. Отлично, и теперь
Мы идем по кругу. Отлично, остаемся в наклоне и ручками тянемся к полу, локоточками, чередуя. Поставили одну ручку на ножку, другую ручку вытянули параллельно полу. Параллельно полу, не там, не там, не заваливаясь, а параллельно. Держим. В этот момент у нас работает пресс. 5, 6, 7, руку подняли параллельно, вторую. И держим себя прессом. Держим, держим. В другую сторону. То же самое. Рука вверх, параллельно полу. Здесь на ноге. Ловим баланс. Выше, не забывайте дышать, ребята. Поднимаем эту ручку. Держим параллельно. Чуть-чуть поболтали с другой. Переходим дальше ниже к бедрышкам. У нас также позиция немножко в приседе. Бедрышки вперед-назад, 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 вперед-назад. Стороны, сторона, сторона. Так же, как мы делали с плечами, с диафрагмой, делаем крестик. Вперед, сторона, назад, сторона. Вперед, сторона, назад, сторона. Вперед, сторона, назад, еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь все эти точки соединяем. Круг. Поехали, соединяем в любую сторону, неважно в какую. В другую сторону теперь делаем крестик. Вперед, сторона, назад, сторона. Вперед, сторона, назад, сторона. Быстрей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. По кругу. Раз, два, три. Соединяем. Не забывайте не выходить, не вырастать. Вы в приседе, в полуприседе. Работаем бедрышками. Теперь у нас каждое бедро как будто зачеркивает. И
движение получается, бедра идут восьмеркой. Медленно зачерпывает, зачерпывает, зачерпывает. Еще. Зачерпнули, зачерпнули, зачерпнули. Быстрей. Отлично, теперь мы бедрышками делаем тоже восьмерочку, только теперь не горизонтальную, а вертикальную. Сверху у нас бедро теперь, получается, вы чуть-чуть на мысочек ногу приподнимаете, и бедро зачерпывает сверху, 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 сверху зачерпнули, сверху, сверху. Еще сверху, 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 сверху. Для этого, видите, мы немножко приподнимаем ногу и ставим на мысочек, чтобы бедро поднять. Отлично, с бедрышками все, переходим к ножкам. У нас необычное приседание, коленочки направлены в стороны, и мы выворотно приседаем. Поехали. И раз, два, три, четыре, 15 раз делаем, 5, 6, 7, спинки прямые, 8, 9. 11, 12, 13, 14, 15. Садимся и задерживаемся. Ручки вперед. Дышим, спинки прямые. Ножки вывернуты, коленочки в сторону. Сидим, сидим, замерли. Дышим, чувствуем, как ножки забиваются. Терпим. Опустились чуть ниже. Держимся, держимся, держимся. Держимся. И опустились еще ниже. Ножки трясутся, старайтесь терпеть. Не падать, только без резких движений. Дышим, дышим, дышим. Через низ встали, ножки встряхнули. Еще одни приседания, мы встаем на мысочки и медленно, без резких движений, опускаемся вниз. Ручки также впереди, спинка прямая. Поехали, на мысочках, на мысочках, медленно опускаемся вниз. И без рывков мы поднимаемся наверх. Еще два раза таких, поехали. Медленно. Без рывков встаем. Вытягиваем себя за макушку. И последний разочек. Отлично, стряхнули ножки. Ножка вперед. И голеностоп у нас идет по кругу. В другую сторону. Отлично, стряхнули ножку, другая.
отдохнули, возвращаемся к той ноге, ловим равновесие, ножку согнули, сзади держим, ножка должна не торчать, а быть параллельно стоящей ноге, спинка прямая, стоим. Держим равновесие. Отлично стряхнули. Вернемся к этой ноге. Сменили ножку. Вовнутрь. Возвращаемся к предыдущей ноге. В смысле, к первой. Делаем то же движение, только теперь еще подпрыгивая. Каждый раз подпрыгивая и крутя ногу. Давайте это последнее упражнение разминки. В другую сторону, вовнутрь. Другая нога. Давайте, давайте еще. Вовнутрь. Отлично. Мы молодцы, все молодцы. Размялись. Немножко, может быть, даже кто-то подустал. Не страшно. Теперь мы приступим к основному, чего мы тут все вместе собрались. Значит, танцевальная. Сейчас я вам чуть-чуть вот так разверну, чтобы вам было видно экран. Так, танцевальная связочка у нас будет вот такая. I'm good. Я думаю, что всем видно, да? Ну, как бы приблизительно. И еще разочек посмотрите, поближе поднесу. Так, я думаю, что итог этой связки вы поняли, какой у нас должен получиться. Сейчас будем разбирать, как я уже сказала, это всего лишь 3 восьмерки, и то не полные. Полные 2 и половинка 3 восьмерки. Ребят, сразу вам скажу, чуть-чуть передыхайте, дышите. Для того, чтобы восстановить дыхание, я думаю, что, во-первых, вы знаете много способов, потому что вас, наверное, этому учат. Самый один из простых способов – это глубокий вдох и пропорционный выдох. До самого конца. Пока восстанавливаете дыхание, я кое-что расскажу касаемо ТикТока. Если вы смотрите какие-либо танцевальные связки в ТикТоке, вы можете не снимать зеркальное изображение, не менять сторону местами, потому что, сами понимаете, если
Во-первых, смотря на какую камеру снимать, то есть, допустим, если мы делаем с правой руки, если снимать на внешнюю камеру, то также на картинке вы будете делать с правой руки. Если снимать на фронтальную, ой, на внутреннюю камеру, то тогда у вас в камере будет левая рука, вот как у меня сейчас. Я поднимаю правую, а на самом деле, если посмотреть, то эта рука в камере у меня левая. Итак, вы открываете ТикТок. Проще всего делать, это прям смотреть и зеркалить их. То есть в какую сторону они движутся, прям идти, как будто это ваше отражение в зеркале. В таком случае потом вы снимете это видео на внутреннюю камеру телефона, и уже получается будет правильная сторона. То есть у них, допустим, там внутри левая рука. Вы делаете их отражение, вы делаете правой рукой. Но потом, снимая себя на камеру, получается то, что у вас также будет левая рука. Возможно, я сказала немного запутанно, но факт в том, что мы делаем сейчас. Все, что я вам показываю, вы меня зеркалите, я ваше отражение. То есть, если я двигаюсь вот сюда, мое в камере это лево, но ваше это право. Поэтому, ой, мое, в общем, я запуталась, не суть. Вы поняли, что делать. Поехали. Первое движение начинаем с ног. Ноги у нас пружинят. Мы начинаем с вашей правой ноги. Двигаемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мы постоянно пружиним, пружиним, пружиним на каждый счет, при этом перемещаясь из стороны в сторону. Еще раз начинаем с правой ножки, двигаемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. При движении чуть-чуть корпус разворачиваете в сторону, в которую идете. Еще раз поехали. Пять, шесть. С правой вашей ножки 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Что делают у нас ручки? Они у нас согнуты в локоточках. И они у нас ходят вот так вот в разные стороны, вверх и вниз. Как мы начинаем? Для того, чтобы правильно начать, мы на И перед нашим шагом задираем ваш правый локоточек. И раз. И после этого они у нас просто идут вверх-вниз. То есть вот у вас одна ровная линия получается из рук, согнутых рук. И она у вас вот так вот гуляет. Получается, вы делаете и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это мы сейчас отдельно делаем верхнюю часть и нижнюю. Еще раз. Руки. 5, 6, 7, 8. И раз, два. На И задираем правый локоточек. И на раз он у нас идет вниз. 5, 6, 7. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Пробуем в медленном темпе. Точнее, давайте сначала вспомним, что у нас делают ножки. С правой ноги идем. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Соединим с ручками. Пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще разочек. Самое главное, нам на И задрать локоть, чтобы руки начали свои движения, которые не меняются за время всей восьмерки. А ноги просто идут в стороны. Поехали. 5, 6, 7, 8. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. 5, 6, 7, 8. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И давайте закрепляющий разочек. Это не сложное движение. Я уверена, то, что у вас у всех оно получилось.
Еще разок. 5, 6, 7, 8. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Готово. Первая восьмерка у нас есть. Вторая восьмерочка. Мы, получается, сходили направо, налево, направо, налево. Теперь мы продолжаем движение дальше в последующую сторону. Идем в ваше право с правой ножки. И теперь у нас идет немножко подпрыгивание. То есть мы ставим правую ножку, ставим и перепрыгиваем. Ставим ножку. Так, левую приподнимаем, перепрыгиваем, ставим. Получается прыжок такой. Раз, два, другую, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, поехали вместе. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну вот, простите, забыли. Это движение будет, только оно будет позже. Я пропустила восьмерку, другую, точнее, первую часть второй восьмерки. Забыли, забыли, забыли. Извиняюсь. Правую ножку мы выносим в сторону через колено, как будто бы делаем удар. Раз, меняем, два, меняем, три, четыре. Вот квадрат первый из восьмерки, второй. Поехали, ноги, ноги, ноги только. Правая ножка, поехали. И раз, и два, и три, и четыре. Каждый раз вот как будто прям ногой бьете через колено. Поехали. И раз, два, три, четыре. Руки у нас здесь вообще совсем не сложные. Они делают то же самое, что и ноги. Через, вовнутрь они как бы по кругу идут. И получается раз, два, три, четыре. Только четыре раза. Первый квадрат второй восьмерки. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Отлично, еще раз. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Ускоряемся. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Соединим первую восьмерочку и второй. И половинку второй. Пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Отлично, еще раз. Пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Чтобы она у нас не была такая неполная, давайте все же доделаем вторую часть второй восьмерки. Мы закончили. 4. Левая ножка у вас в сторону и ручка. И дальше как раз вот эти подскоки. 5, 6, 7, 8. Берем только вторую восьмерку. Давайте руки, ноги, руки забыли вверх, только ножки. 1, 2, 3, 4 и 5. 6, 7, 8. Еще раз. Только ноги. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре и 5, 6, 7, 8. То есть мы после того, как выкинули ногу, 4, мы ставим ее. И 5, 6, 7, 8. Еще раз. Только ножки. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре и 5, 6, 7, 8. Еще раз. 5, 6, 7,
8. Раз, два, три, 4 и 5, 6, 7, 8. Что делают руки? Руки, значит, здесь, понятно, у нас идут вместе с ногами. Здесь выкинули руки. И мы делаем 5, 6, 7, 8. В противоход ножкам. То есть мы поставили и нога же поднимается для того, чтобы сделать скачок на вашу правую ножку. Получается, рука левая вниз, а правая вверх. 5, 6 и в обратную сторону 7, 8. Еще раз. И 5, 6, 7, 8. Тут обычный противоход. Противоход. То есть, если у нас поднимается ваша правая ножка, то ручка левая. Поехали еще раз. И 5, 6, 7, 8. Отлично. Руки, ноги совмещаем. Только вторая восьмерка. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4. И 5, 6, 7, 8. Еще раз. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4. И 5, 6, 7, 8. Еще раз. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4. И 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8. Прям каждый раз ножкой как будто вот топаете. 5, 6, 7, 8. Можно, в принципе, даже, ну, как бы не обязательно делать амплитудно руки менять. А главное, вот 5, 6, 7, 8. Вот у вас противоположная нога стучит и рука противоположная. Еще раз эту восьмерку. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4 и 5, 6, 7, 8. Отлично. Я очень надеюсь, что это есть. Давайте повторим в медленном темпе две восьмерки. Соединим. Сначала 5, 6, 7, 8. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4 и 5, 6, 7, 8. Еще раз. 5, 6, 7. Сначала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще разочек. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Две восьмерки, в которых и руки, и ноги мы с вами прошли. У нас осталась завершающая вот эта половинка. Мы пришли 7, 8, 7, 8. И теперь у нас с вашей правой ручки начинается локоточек в сторону, правая, левая, правая вперед, как в макарене, левая вперед. Дальше на губы, прям на рот, как будто не говорю. Правая, левая. Поворачиваем в правую сторону лицо, голову точнее, вместе с руками. И ставим, пум, ручку, вашу левую. Кладем на грудную клетку и делаем два удара. Пум, пум. Как раз таки, что вот мы делали на разминке диафрагмы. У нас как будто два раза сердце из груди вываливается. Здесь ручка в сторону, правая рука в сторону, левая на грудной клетке. Пум, пум. Еще раз получается с правой вашей ручки. Правая, левая, правая, левая, правая, левая. Пум, пум, пам и два. Еще раз. И правая, левая, правая, левая, правая, левая, пум, пум, и раз, два.
Получается по ровным, если по счету, раз, два, три, четыре, пять, шесть, пум-пум-пум. Не очень понятно, понятно по музыке, когда есть такие своеобразные акценты. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Еще раз давайте под ровный счет с локоточков. Вот это наше завершение, последнюю нашу точку. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Пум-пам-пам. Пум-пум. Главное, что акцент должен быть вперед. Еще разочек. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Пум-пам-пам. Попробуем ускориться. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пум-пум. Еще раз. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пум-пум. Сложно так подсчет вам посчитать. Лучше мы сейчас, когда все будем собирать, несколько раз пройдем вместе, мы успеем. Пройдем вместе под музыку, просто я закольцую, и мы с вами попробуем успеть под тот невероятно быстрый темп. Давайте сейчас в умеренном темпе попробуем соединить две восьмерочки и с ногами, и с руками, и вот эту вот нашу концовочку с такой некой, с намеком на макарену. Поехали, с самого начала. 5, 6, 7, 8. И раз, два, три, четыре. Ой, простите, я уже прыгаю. Еще раз. 5, 6, 7, 8. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре и пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пум-пам-пам. Еще разочек. Пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пум-пам-пам. В таком же темпе давайте еще несколько раз пройдем, даже, может быть, чуть-чуть ускорим. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Еще разочек. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. К сожалению, нет никакой с вами связи, чтобы понять, успеваете вы или нет. Я очень надеюсь, что да, в любом случае эфир будет сохранен. Также я запишу как в медленном темпе, так и в быстром эту связочку, для того, чтобы вы ее сами смогли подготовить. Давайте еще разочек. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре и пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пум-пум. Так, последний раз подсчет и пробуем под музыку. Следовательно, для того, чтобы нам подготовиться, сделать это под музыку, давайте попробуем ускориться под счет. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пум-пум. Так, я включаю музыку, и мы с вами несколько раз это проходим. I'm good. Музыка у меня закольцована, поэтому делаем прям по кругу. Ребята, я вам забыла сказать самое начало. В этом видео он просто кашляет. Можно, конечно, сделать, естественно, когда вы будете снимать видео, делайте так, как вы хотите. Но давайте сделаем так, как правильно. Как же правильно кашлять или чихать в локоточек? Следовательно, вы берете, начинаете с правого своего локоточка и якобы кашляете в локоть. А потом говорите, yeah, I'm good, I'm good.
Вот это у нас начало получается. I'm good, I'm good. И, собственно говоря, начинается танец наш. Поехали. I'm good. Приготовьтесь, вот у нас танец. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. Бум, бум. Еще раз. I'm good. Сейчас войдем в ритм все. Мне даже сложно попасть. Еще раз. I'm good. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Ну и все, я тоже потерялась. Поехали. I'm good. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Разочек успеваем. Пропустили. Давайте сейчас финальный разочек проходим, и я, может быть, успею на пару вопросов имеющихся, если ответить. Приготовились кашлять. Ну что же, я надеюсь то, что... Так, скажите мне, пожалуйста, здесь есть вообще детки? Остались детки? Остались ли детки? Так, как называется звук? Я все это сделаю, как я вот говорила вначале. То, что я сделаю запись экрана. Вы зайдете... Во! На пользователя вашей студии в ТикТок. И там уже будет выложено видео, как раз-таки вот это, которое мы учили сегодня. Я его вам запишу, выложу, там уже, естественно, автоматически будет этот звук. Вы на него нажимаете «Использовать звук» и, собственно говоря, записываете свое видео. Так, я надеюсь, то, что я вам... что вы хорошо провели время, немножечко стряслись, потанцевали. Надеюсь, то, что что-то получилось, я вам была полезная. Не болейте, в здоровом теле, в здоровый дух. Я вас всех обняла. С вами была Влада. Все дальнейшие действия выложим. Пока-пока!